Депутаты окружного парламента рассмотрели законопроект, представленный администрацией округа, который предусматривает внесение изменений в отдельные региональные законы. Поправки касаются перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти округа. С 1 января 2016 года округ будет исполнять полномочия по проектированию и строительству автомобильных дорог местного значения. Также со следующего года в округ переходят полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего предпринимательства. Указанные поправки внесены по предложению администрации Заполярного района в целях централизации на уровне округа всех мер по поддержке предпринимательства и сельскохозяйственного производства. Депутаты рассмотрели проект федерального закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Основные изменения связаны с необходимостью внесения в действующий федеральный закон конкретных механизмов образования и функционирования территорий традиционного природопользования, уточнения их правового статуса. В ходе обсуждения проекта было высказано ряд предложений. Одно из них – необходимость изучения мнения Ассоциации ненецкого народа Исавы о проекте. Также необходимо учесть мнение о законопроекте уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. По итогам обсуждения принято решение о необходимости всестороннего обсуждения проекта. Народные избранники обсудили реализацию окружного закона по обеспечению лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, дровами. В ходе длительной дискуссии депутаты приняли решение о необходимости пересмотреть действующий механизм оказания данной меры соцподдержки, в том числе с учетом опыта северных субъектов. Департаменту по региональной политике Ненецкого округа следует привлечь к этой работе все заинтересованные стороны. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, представители СПК и семейно-родовых общин, уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. Депутаты приняли закон о специализированном государственном жилфонде Ненецкого округа. Законопроектом предполагается дополнить действующий окружной закон статьей, которая предусматривает предоставление жилых помещений в общежитиях молодым специалистам на селе. На получение такой меры социальной поддержки смогут рассчитывать граждане в возрасте до 30 лет, получившие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. В соответствии с законопроектом под эту категорию попадают лица, трудоустроившиеся впервые по полученной специальности в организации на территории сельских населенных пунктов, не относящегося к организациям, финансируемым за счет средств окружного бюджета и государственным муниципальным монетарным предприятиям.